Ну, для меня, наверное, самой большой радостью это рождение ребенка, то есть это что-то такое, что невозможно полностью ощутить, и ты это ощущаешь на протяжении длительного времени, как рождается твой ребенок, как он растет, как он делает какие-то успехи, он развивается и так далее, наверное, это самая, самая большая радость.